Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. А перед началом не забывай подписаться на мой канал, делай красную кнопку серой и ставь лайк. Больше лайков, чаще видео. И также не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления моих новых видео. Со мной снимается моя собака Лаки. Лаки, поздоровайся. Лаки немецкая овчарка, она обожается сниматься. Лаки собака, которая чует злых духов и отпугивает их, а также ловит их. Она, вы знаете, что многие животные, они чуют духов, поэтому Лаки мне помогает, чтобы они тут меня все не съели, эти злые духи, которые тут с нами живут, да, Лаки? Моя защитница, моя девочка, моя умница, как же я тебя люблю. Лаки, ставьте лайки, Лаки, так что и подписывайтесь на канал о питомцах. Он, ай, Ясинская Пэтс. Там я рассказываю, какие у меня еще есть питомцы. Есть котятки, есть котенок, есть кошка, есть собака. Ну, кто меня давно смотрит, те знают. Короче, ребята, там и Лаки тоже будет. Так что, если нравится смотреть видео о животных, переходите на канал Ясинская Пэтс, ребята. И мой второй канал, где я рассказываю страшные истории. Он называется по-русски Ирина Ясинская. Я его переименовала, раньше он назывался по-другому, но теперь он на русском. Ирина Ясинская. Там рассказываю страшилки. А на английском я снимаю страшилки. Короче, ребята, кругом одни страшилки, мистика и всякие страшные истории. Я надеюсь, что вам это нравится, иначе бы вы не зашли на этот канал и не подписались бы на меня. Короче, ребята, как я и говорила уже в предыдущем видео, сегодня я заказала на сайте Darknet мороженое Cartoon Cat. Почему? Я всегда говорю в рифму, я не знаю, мне всегда так получается. Короче, ребята, сейчас мы идем платить денежки курьеру, менеджеру, как хотите его называйте, который принесет нам мороженое Ice Cream Cartoon Cat. Ребята, это будет самое мощное, самое страшное мороженое и самое лютое, моя трансформация. Ведь я думаю, что после того, как я попробую это мороженое, я превращусь в Cartoon Cat. Но это не точно, ребята, так что досмотрите до конца, потому что превращение может быть абсолютно разным. Когда-то меня тошнит, когда-то у меня там что-то плохо мне. Короче, все бывает по-разному, трансформация всегда происходит по-разному. Думаю, вам будет интересно на это посмотреть, так что, ребята, погнали менять деньги на товар. Бабло здесь. Воу, ребята! И как вы думаете, мне всегда интересно в комментариях, когда вы пишете там, Ира, закажи такое-то мороженое, закажи там еще там монстра такого-то, сякого-то. Я, в принципе, знаю всех монстров, мне кажется, которые существуют, и разные там, и пожиратель поезд, и там человек в костюме, вообще очень много на сайте Darknet всяких таких фигнюшек, которые можно заказать. Ребят, вы просто не представляете, поэтому мои видео выходят так часто, каждую среду, пятницу, субботу, воскресенье, 4 раза в неделю, ребята. Так что подписывайтесь и смотрите самые страшные видосы. А мы оставляем денежку, как всегда, на месте, с которым мы уже давно договорились с менеджером сайта Darknet. И обязательно нам необходимо сделать фоточку, ребята, фоточку. То, что денежки я принесла, денежки здесь. Несите нашу мороженку Cartoon Cat, ребята. Все, я сфоткала, и нам осталось подождать. Мне где-то примерно часа 3-4. А вы увидите совсем скоро это нереальное, крутое и самое мистическое мороженое. Друзья, фотографии того, что мороженое Cartoon Cat уже на месте, мне пришла уже 10 минут назад, и мы уже здесь на месте. Сейчас мы будем забирать эту мороженку. Вот она! О, офигеть, ребята, вы только посмотрите, подожди, как оно криптово выглядит. Я не знаю, ребята, кто как вам нравится больше, что когда Дима ест мороженое там или какие-то штучки такие на заказанные сайты Darknet, или когда я эту еду пробую, напишите прямо сейчас, голосуйте, Дима или Ирина, короче, Дима там, я не знаю, там плюсик, а я минус, без разницы, короче, придумайте, как голосовать, просто пишите Дима или Ирина. Короче, мороженое Cartoon Cat написано, и огромный злой котяра. Он просто нереально страшный. Но, как я уже и говорил в предыдущем видео, у них все мороженое почему-то одинаковые на вкус. Хотелось бы попробовать не только шоколадные, но и какой-нибудь клубничный, там, я не знаю, еще какой-нибудь. Пойдем, Лаки. Лаки, понюхай. Иди сюда.
Я иногда проверяю на Лаке вообще, можно ли это есть. То есть я не даю ей, конечно, попробовать. Но, например, ну, когда собакам, ну, там они ищут какие-то запрещенные там вещи, им дают понюхать, они их находят. Или они лают и говорят, что это нельзя, это плохое, нельзя, нельзя, нельзя. Поэтому сейчас мы тоже Лаке дадим понюхать и узнаем, в принципе, съедобно это или нет. Почует ли она, что здесь есть какая-то фигнюшка, которая заставляет человека трансформироваться. А может быть, просто я отключаюсь в этот момент, может быть, я не трансформируюсь. Я, короче, не знаю, что происходит, но в итоге мы должны увидеть карту Мкэта, скорее всего. Или он сам придет, либо я, короче, в него превращусь. Я не знаю, как это будет происходить, ребята, но прямо сейчас, через несколько минут, мы это с вами увидим. Лаки, ты что там нашла? Пойдем. Лаки, ко мне. Иди сюда, Лаки, Лаки, Лаки. Ну-ка, мороженка, мороженка, понюхай, нюхай, 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 нюхай. Вкусно, ты думаешь? Ты думаешь, это вкусно, да? Это надо есть, да? Это можно, да? Можно, да? Можно. Ну, Лаки не залаяла. Значит, в принципе, сейчас... Съедобно? Да, мы с вами попробуем эту мороженку. Но вот кто ее будет пробовать, сейчас будем с Димой рубиться в цуефа. Да? Цуефа. Кто, короче, кто проиграет, тот и ест. Логично? Логично. Кто проигрывает, тот и ест мороженку. Ребят, как вы думаете, логично это или нелогично? Хотя предыдущее мороженое, сирена, не сиренога, ну, короче, это брат сиреноголового, это модификация тыквоголового мороженое, ел я. Если вы не видели это видео, ребята, посмотрите, ссылка в описании, или вообще наберите там мороженое Ирина Ясинская и найдете там, короче, как я ела это мороженое с тыквой, с тыквоголового. Он нереально... Крутой, а Лаки всегда любит вот у нее за столом, да? Лаки, слезь. Лаки, слезь. Лаки, слезь со стола. Лаки, слезь со стола. Лаки, слезь со стола. И нельзя на стол. Нельзя. Вот так вот. Вот так вот только. Нельзя. Все, умница. Итак, ребята. Да, вот так вот можно. Так можно, а полностью не надо запрыгивать. Короче, цуефаемся. Как это... да. Лаки тоже будет цуефа? Лаки тоже будет цуефа? А если она выглядит? У нее всегда бумага. Лаки, ножницы покажи. У тебя всегда бумага. Или камень у тебя. Короче, цуефа. Ничья. Цуефа. Да что ты? Цуефа. Лаки, у тебя тоже бумага, ты проиграла. Короче, мы бумагу стрём ножницами. И сейчас это сладкое, вкусное. Нельзя, ты чё, камеру хочешь съесть? Мороженое будет пробовать мой оператор, любимый, дорогой Дима. Так что сейчас я ему открою, ребята. Посмотрим внутри, может быть, какой-то специфический запах. Потому что в предыдущей мороженке был такой запах странный. Так, сейчас мы вот здесь вот надорвём. Так... Тык-тык-тык. Странный запах. Какой может быть запах? Слушай, может быть, пахнет будет как-то. Ну, короче, сейчас не видно, потому что он запакованный. Блин, запаковали как это. Вообще. У меня еще руки замерзли. Уже осень, зима. У кого выпал снег? У меня руки и пальцы окоченели. Еще и, блин, и получается, что нужно есть мороженое. Блин, я его не могу открыть. Я не могу его достать, прикиньте. Вся изляпалась, как ребенок. Ну-ка. А, вот так, оказывается, надо открывать, ребята. Короче, сейчас я буду кормить Диму. Погоди, понюхаю. Лаки нельзя. Ребята, оно пахнет кошачьей мочой. Дим, оно пахнет кошачьей мочой. Понимаешь? Может быть, там же шоколадка. Ну и что? Оно пахнет кошачьей мочой. Так что мне повезло. Я сама тебя покормлю. Лаки, нельзя! Иди на место! Нельзя! Это вредно! Кошачья моча. Она, может быть, на кошку так реагирует. Короче, мне кажется, они сюда ароматизатор кошачьей мочи какой-то съедобный положили. Вот. И тут видишь даже какие-то как какашули, короче, кошачья. Ладно, я тебе даю пробовать. Так, держи. Давай, давай. Облизывай. Ну как? Ну как на вкус? Какой-то, как лимон. Лимон. Кошачья моча лимон. Давай еще чуть-чуть. Ты здоровый у меня? Огромный. Ты чё? Какашку откусил. Ладно, я шучу. Так, ладно, я думаю, ребят, хватит.
Так, куда же мне убрать, чтобы Лаки, не дай бог, а то Лаки превратится у нас в картонку. Это, прикиньте, собака. Кстати, есть такой монстр, он с одной стороны кошка, с другой стороны собака. Прикиньте, если собаке Лаки дать попробовать мороженку, у нее с другой стороны кошачья голова вырастет. И будет котопес, да, Лаки? Котопес будет. Так, убираем, короче, мороженку, вытираем руки от мороженого. Ну чё, какие ощущения? Как себя чувствуешь? Пока давай, я подержу, а то еще камеру сейчас уронишь. Мало ли как трансформация. Короче, у всех по-разному трансформация пока происходит. Нормально. Нормально? Ну надо скажешь, подождать. Если чё. Скажешь, если чё. Потому что вообще Cartoon Cat приходит за теми, кто бездельники, да? И Лаки что-то вообще никак на тебя не реагирует. Попей, попей водички. Ну что, першит что ли в горле или чего? Ничего? Чего ты молчишь? Ты чего? Чего ты? Ну вот. Короче, Диму постоянно рвет, когда он это все пробует. Че, тебя на воду что ли вырвало? Ты воды попил? А чё? Вообще не могу ничего. В смысле не можешь? Я не могу не пить. У меня все. Че? Че случилось? Ну говори, говори, какие ощущения? Глотать не могу. В смысле глотать не можешь? Что у тебя там в горле-то? У меня все зак... В смысле? Я не могу глотать. Эй, ну ты чего? Дай по спине постучу. Ты чё? Ну подожди, может... Ну подожди. Короче, Лаки, пойдем со мной. Есть, я тут прикупила, короче, одно лекарство от тошноты. Это... Подожди, сейчас приду. Короче, от работы. Таблеточка такая. Я потому что, когда меня рвет... Я, блин, машина закрыта. Черт. Я беру эти таблички с собой. А. Сейчас. Дим, ты как там? Дим, ты чё? Не отвечает, ребят. Дим! Черт, ребят! Черт, он исчез, он трансформировался! Черт, Дима! Блин, я видел там тень. Черт, черт, вон тень, видите? Дима, это ты? Дима! Черт. Дим! Дим! Черт! Ребят, я видел здесь тень. Блин, тут никого нет. Слышите это? Слышите? Музыка, 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 музыка. Музыка из мультяшного кота. Короче, все, ребят, Дима трансформировался в Cartoon Cat. Это просто нереально. Офигеть. Походу, сейчас мы сможем увидеть Cartoon Cat. Cartoon Cat? Вон он, вон! Скорее, скорее. Черт, какой он быстрый. Реально, ребята, Дима трансформировался в Cartoon Cat. Я просто в шоке, ребят. Насколько это будет действовать, блин, я не знаю. Где-то примерно минут 20, там может быть 10, а может и меньше. В зависимости от того, сколько он съел. Cartoon Cat? Здесь кто-нибудь есть? Я видела реально, тень побежала сюда. Cartoon Cat? Лаки, блин, как не стыдно, мы с тобой на задании. Блин, мы ищем злых духов, а Лаки, блин, кокошелю свои откладывает. Дим! Лаки, ищи Cartoon Cat. Где Cartoon Cat? Ищи! 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 Ищи Cartoon Cat! Ага, так, так, так. Идем за Лаки. Короче, ребят, идем за Лаки. Ищи, ищи! Ищи, умница! Хо-хо! Она чует. Значит, она Диму. Когда Дима превращается в этого монстра, Лаки его чует. Лаки чует. Ищи! Лаки, ищи! Так. Черт, черт, это Cartoon Cat! Господи боже, лишь бы он меня не заметил. А то он, может быть, что-нибудь со мной сделает, блин. Черт, ребят, надо куда-нибудь спрятаться. Вы видели, это был настоящий Cartoon Cat. Вернее, это был Дима, который трансформировался в Cartoon Cat. Черт, это просто нереально, ребят, я в шоке. Просто когда уже перестанет действовать это мороженое на Диму. Пипец нафиг. Погнали, ребята, может быть, он уже вернулся. Он убежал в ту сторону, вы видели? Черт, сейчас, сейчас, ребят. Дим! Дим!
Он не отвечает. Значит, он еще Cartoon Cat. Cartoon Cat? Cartoon Cat, это ты? Черт, ребята, как он умеет прятаться? Это же огромная кошка, которая может просто раздербанить меня на части. Блин, господи, как мне страшно. Черт. Cartoon Cat? Cartoon Cat? Это ты? Лаки, иди ко мне. Лаки! Ребята, мне кажется, я вижу, что Cartoon Cat здесь. Господи, нет, это Cartoon Cat. Черт, черт, это Cartoon Cat. Ой, так, тихо, тихо, тихо. Он нас не заметит, не заметит, не заметит. Этот кот не заметит. Бежим, бежим, бежим. Блин, ребята, когда уже Дима превратится в Диму из этого Cartoon Cat? Я не знаю, сколько времени. Давайте просто подождем где-нибудь, пока он тут бегает. Я надеюсь, что он не причинит никому вреда, ребят. Ой, это просто жесть. Уже прошло очень много времени, а он до сих пор кот. Может быть, он останется навсегда Cartoon Cat? Это не может быть, это невозможно, так не должно быть. Черт, черт. Дим! Дима! Дим, это ты? Лаки! Дим! Черт! Фу. Наконец-то! Ребята, Дима! Дим! Слава богу, я думал, ты уже навсегда останешься Cartoon Cat. Слышишь меня, Дим? Ты жив? Ты как? Нормально. Ты как? Я спал. В смысле спал? Я спал. Ты превратился в Cartoon Cat, я принесла тебе таблетку от тошноты, ты исчез. Ты трансформировался, тебя тошнило. Я спал вот здесь вот на подушке, я уснул и проспал вот здесь все это время. Я не знаю, ребят, если вы его тут видели, я его не видела. Его точно тут не было. Он реально трансформировался в Cartoon Cat. Это просто невероятно, ребята. Это мороженое просто супер. На вкус оно, конечно, как кошачья моча, как мне Дима передал, я не пробовала. Но то, что он, оно реально работает, и Дима трансформировался в Cartoon Cat, это просто нереально. Ребят, я надеюсь, что вам понравилось, и вы никогда не будете заказывать мороженое Cartoon Cat на сайте Darknet, и тем более есть его в 3 часа ночи. А с вами была я, Ирина Ясинская. Увидимся совсем скоро в новых видео. Пока!